Общественная территория в жилом районе Арбан. Абаканцы сами проголосовали за преображение этого городского пространства. В рамках программы формирования комфортной городской среды здесь идет благоустройство в районе домов по улице Некрасова, 37, 41 и 45. По проекту запланирован серьезный объем работ – асфальтирование, обустройство просторных парковок и проездов, тротуаров, новое освещение и озеленение. Здесь у нас большой объем асфальтирования, подрядчик у нас хороший, и в настоящее время он также находится на завершающей стадии. Начиная, наверное, со следующей недели, он уже приступит к завершающему этапу асфальтирования. Есть определенные сложные моменты с продолжением работ по устройству тротуара, соединение с улицы Кирова. Мы сюда выехали специально, чтобы обсудить этот вопрос. Но то, что эти работы будут завершены в этом году дорожно-строительным, сомнений нет. Ну, буквально через пару недель этот объект будет завершен. Всего в Абакане в этом году преображаются 17 общественных территорий. На их благоустройство из федерального и городского бюджетов выделено более 200 миллионов. Между тем, преображение дворов республиканской столицы тоже на финишной прямой. Подрядчики сейчас трудятся на Чехова 95, корпус 1 и 2, а также на Кате Перекрещенко 16, 18 и 20. Чехова 95 на сегодняшний момент. Вот Вера Владимировна, в принципе, здесь. Там остались объемы работы, которые непосредственно остались за крылатыми качелями. Сейчас закончена работа по нанесению мягкого покрытия на бетонное основание под спортивными тренажерами. И сейчас они производят монтаж пандусов около подъездов. Там подъезды, вспомните, достаточно высокие спуски. Видимо, это для людей попросили несколько пандусов. Как раз я до обеда заезжал, они производят там монтаж. И останется у них установка отбойников для колес машин. Во дворах на Кате Перекрещенко 16, 18 и 20 сейчас ведется установка малых архитектурных форм. Подрядчик монтирует ограждения, детские и спортивные комплексы. Территории также озеленят. Работы по контракту будут продлены с конца сентября до конца октября, потому как заступить на объект пришлось не сразу из-за спорных ситуаций с собственниками. Добавим, всего в этот сезон в республиканской столице преображаются 11 дворов. Общая стоимость работ – почти 33 миллиона рублей. Надежда Савельева, Зураб Кабахидзе. Новости.